И вернемся к событиям в нашей стране. В Караганды вновь практикуют укладку асфальта на снег. Шокирующее видео сняли на камеру мобильного телефона сотрудники Карагандинского общества защиты прав потребителей. Это участок дороги Караганды-Каркаралинск в районе поселка Кокпекты, который пострадал от наводнения в прошлом году. Ремонтные работы в этом месте начались еще весной. Подрядчики завезли бетонные кольца и другие стройматериалы. Все лето они пролежали без дела, и только сейчас начался ремонт асфальта. Рабочие сгребали снег метлами, разгоняли лужи и тут же укладывали асфальт. По словам Ирины Фурсовой, автора ролика, дорожники, конечно, комментировать свою работу не стали, но и от камеры не прятались. Как у любого казахстанца, я так понимаю, что должна быть такая гражданская позиция. А я попросила остановить машину, пошла по степи, там метров 200 или 300, залезла на этот бетонный мост, все это засняла, естественно. Ну, потому что наши бюджетные деньги вот так вот укатываются в этот асфальт, который смоет потом весной. Ну, я просто не могла поступить по-другому. Ну, никак.